Всем доброго времени суток. Сегодня 11 сентября. Если вы меня помните, у меня был юбилей 9 сентября. Никак не могу прийти в себя. Устала, так много эмоций. Ну а что сейчас? Сегодня еле отработала. Сейчас едем на дачу, собрать надо урожай. Я даже не знаю, мы целую неделю не были в теплице, не знаю, что там творится. Ну, сейчас поедем, посмотрим. Полить надо. Все, едем на дачу вместе с вами. Погода шикарная. Настоящее бабье лето. Так не хочется осени. Не хочется зимы. Хочу, чтобы все время оставалась такая погода. Ну все, приехали. Вот что называется, хозяюшки нету. И мой заборчик сломался немножко. Да. Ну что, пойдем в теплицу. Что тут? Ой, все позарастало. Все позарастало. Косить надо. Так, ну что? Посмотрим. О, слушайте, смотрите, ежевика выросла. Бедный мой огуречник. Но огурчики, видите, есть. Помидоры есть. Это нас неделю не было. Мы сейчас что-то соберем, польем и поедем домой. Завтра опять на работу. Да, пчелка? Вот малинка созрела. О, как много тут. Надо все собрать. Вообще сухо, дождей нет. Вообще в этом году какая-то аномалия. Уже даже перезрела. Может, там тибетская малина созрела. Сейчас посмотрим. О! Одна ягодка. Вот какая. Сейчас посмотрим, что тут с кабачком. О! Есть кабачок. Отлично, не переросший. Ну, тут вот маленький, пускай растет. Вот так. Так, ну что, урожай собрали. Малинка, один кабачок, вот столько огурчиков, помидорчики. И почти полпакета фасоли. Завезу, что-то на семя оставлю, а что-то заморожу. Кстати, я свежую вот фасоль я замораживаю в холодильнике. Вот так. Ну что, если вам видео понравилось, ставьте обязательно лайки. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь. И на этом все. Пока. Пока.